ультразвуковое исследование – это неинвазивное исследование органов и тканей, основанное на принципе эхолокации. Во время исследования с помощью специального прибора происходит передача ультразвуковых волн в направлении исследуемой области, а затем их последующее отражение от стенок органов. Изображение, полученное в результате ультразвука, выводится на экран монитора и позволяет делать выводы о внутреннем состоянии человека. Врач ультразвуковой диагностики – это высококвалифицированный специалист, основной задачей которого является точная оценка состояния различных органов и систем пациента, а также последующее заключение на основе данных, полученных в результате обследования. Заключение врача ультразвуковой диагностики передается лечащему врачу для постановки окончательного диагноза. Ежегодно 29 октября врачи ультразвуковой диагностики отмечают свой профессиональный праздник. Ну, я думаю, что это объединяющий момент для всех врачей ультразвуковой диагностики. Возникает чувство единения. Мы все понимаем, насколько мы важны для клиницистов, потому что наша специальность – диагностика. В первую очередь мы работаем и для пациентов, и для клиницистов. Мы помогаем нашим клиницистам поставить диагноз, правильный диагноз. Университетская клиника Казанского федерального университета уже долгое время проводит работу над диагностированием сердечно-сосудистых заболеваний с помощью аппаратов УЗИ, чтобы как можно быстрее дать пациентам возможность начать лечение. Все оборудование в клинике строго профессиональное. Так, например, в наличии есть не только стационарные измерительные приборы, но и передвижные, которые дают возможность провести обследование у маломобильных пациентов. Это отличная возможность для оказания помощи людям, находящимся в тяжелом состоянии. Кроме того, отделение ультразвуковой диагностики проводит массу других современных методов исследования, не только в области выявления сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе эластография, которая позволяет выявить рак щитовидной и молочной железы, цветовое доплеровское картирование, применяемое для оценки сосудов головного мозга, аорты верхних и нижних конечностей на наличие тромбов и атеросклеротических изменений и многое другое. Отделение УЗИ на базе клиники КФУ было сформировано в 2016 году. С самого начала формирования нашего отделения оно было представлено 6 филиалами, в том числе это не филиал оказания неотложной помощи на базе клиники Ершова и оказание плановой помощи на базе клиники Чехова, а также поликлиника Вишневского. Также это родильное отделение и женская консультация. На сегодняшний день в нашем отделении работает 25 основных врачей УЗИ, среди которых можно выделить 5 докторов, кандидатов медицинских наук и один из докторов, доктор медицинских наук. Это Энжа Гамерна Акрамова. Помимо этого, на базе университетской клиники Казанского федерального университета существует множество методов диагностики не только заболеваний сердца, но и многих других. Благодаря высокой квалификации персонала и современному оборудованию лечение пациентов сохраняет свой быстрый темп. Елизавета Газизянова, Хафиз Гараев, Универньюз.